Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, сегодня мы продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». Вот так вот будет, наверное, лучше всего. Так, хорошо. Давайте вызовем Кэпа. Так, тихо. Надо, наверное, ребята, сюда турелечку поставить на всякий случай. О, как хорошо. Оу, вот это уже плохо, ребята. Слушайте, я, кажется, понял, ребята. Здесь нужно было нам с вами взять бочки. Да, без бочек тут будет тяжеловато, точно. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Весь отряд... Так, здесь еще и шокеры у нас. Ха-ха. Это хреновенько. Так. Ладно, давай. Ну, бомби, бомби, нормуль. Так, спешить не будем, ребят, потому что... Ага, за каждого персонажа, который у нас проходит, мы... Оу! Не-не-не-не-не-не-не, только не... Только не камикадзе, пожалуйста. Терпеть их не могу, потому что они все на своем пути, ребята, сносят. Ну, вы это и без меня знаете. Так, хорошо. Так, бегут. Получаем деньги. Тут главное денег побольше, ребята. Пошли. Да, идут. Все они идут. Так, ну что, неплохо, я вам скажу. Уровень по фарму бабла. Хм. Так, давай сноси башню этому. Опа-на, зомбарю. Отличненько. Так, я думаю, что надо еще одну турельку, ребята, поставить и Кэпа вызвать. Воу, смотрите уже, какие зомбари идут. Вот это вот да. Это будет плохо. Так, сносим им все башни, разрубаем. Так, у нас уже пошли, смотрите, эти токсические. Так, тихонько. Так, сколько у нас? 130 убийств пока в данный момент. Этого мало. Этого очень мало, ребят. Воу, здравствуйте, приплыли. Тут что, еще и волна будет? Вот это нежданчики, если честно, ребят. Я не думал, что здесь волна будет. Ха-ха. Хорошо, тогда нам придется как-то, ребята, я не знаю, усиливаться. Оу. Черт, вот эти вот говнюки, ребята, видите, да? Они к огнестрелу имеют иммунитет. Черт, там еще и камикадзе бегут. То есть только ближний бой их хорошо сносит. Так, через 14 секунд, ребята, побежит волна на нас. Я даже не знаю, что делать. Давайте так попробуем. Зачем я вот это сделал? Вот тупанул ты сейчас, а? Было бы на ком ставить. Надо было на волне это применять. Ох, сейчас чувствую, будет жарко. Ё-просоте. Ребят, понеслась. Они просто сносят все на своем пути. Кэп, давай, выходи, родной. Ты мне здесь нужен. Так, это что, вся волна, что ли? Как-то подозрительно. Нет, это еще не вся волна. Что-то какое-то затишье мне не нравится, ребята, честно вам скажу. Давай-ка вот так вот сделаем. Бегут, ребята. Ууу. Вау. Да ладно. Да ну нафиг, неужели разбомбят? Короче, у нас такое состояние, знаете, вот как будто вот волна, но она бесконечная, ребят. Просто бесконечная. Бесконечно, они так сейчас и будут, наверное, бежать. Ого-го, и как же мне тогда быть? Ну давай, я даже не знаю, что делать, ребят. Просто, ну как вот тут можно противостоять вот, вот этой вот армаде? Как? Не знаю, ребят, просто не знаю. Давай попробуем. Как-то... Слушайте, ну тут волна за волной будет идти. Вот плохо, что у меня, ребят, нету бочек. Просто вот, если бы они были бы...
Я бы, наверное, бы мог бы здесь противостоять. А так, хрен нас два, ничего не получится. О-о-о-о-о-о, они все сносят. Все абсолютно. Эй, зомбариха! Да. Только лишь эта зомбариха и смогла пробить. Ну, я вам скажу, жестко. Очень жестко. Да и в прошлый раз тоже было не лучше. То есть 5 попыток нам дается ежедневно, ребята, чтобы мы смогли вот профармиться здесь, заработать денег. Ну что, давайте посмотрим, здесь у нас накопились людишки или нет. И накопились, ребята, и я на 6-й позиции в данный момент. Ну что же, будем это дело исправлять, согласитесь. Так дело не пойдет. Давайте глянем. В принципе, команда у меня нормуль. И давайте приступать. Посмотрим, ребята, в бой, конечно же, в бой. И будем смотреть, как моя братва здесь будет выдерживать. Проходить уровень за уровнем. Естественно, вначале мы делаем как бы пробный забег. Потом уже с вами будем корректировать. Так, ну здесь довольно легко. Эх, Соня, Соня, куда же ты побежала-то? Дуреха ты. Так, ну здесь нормуль. Здесь первая победа за нами. Едем дальше. Так, кто? Ага, вот так вот, да, значит, здесь. Так, этого сжигаем. Тут нет шансов, абсолютно никаких шансов. У врага нету. И проходим также на изейше, ребята, с вами. Так, давайте дальше смотреть. Ага. Это, конечно, хреновенько он сделал, ребята, если честно. Оу, 4-го уровня огнеменчиком? Нет. Конечно же нет, ребята. Странно, да? Мой огнеметчик в конце взорвался. Почему? Непонятно. Так, ну здесь тоже нету шансов, ребята. Нету, сейчас мы сожгем. Оу! Так, тут чей снайпер? Мой все-таки выиграл. Классно, да, чувак? Так слегся, сложился. Так, ну что, пока нормуль идем, ребята. Оу, а вот здесь вот поджарили все-таки, успели мы бомбануть. Ну, давай, 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 жги, жги этого кэпа. Вот так вот, шикарненько. Пока идем чисто, ровно, ребята, без каких-либо там проблем. Так, здесь Вилли, да? Неудачно маленько. Давай, Вилли, сожги Вилли. И Соньку тоже зажарь. Ну, нормуль, отлично. Пока все идет довольно хорошо. Смотрим следующий бой. Так, здесь, по идее, тоже должно быть нормуль, ребята. Хотя хрен его знает. Бабулька надвое сказала. Оу. Так, скорее всего, не получится, потому что снайпер сейчас... Да, снайпер убил. Хорошо, смотрим дальше, ребята. Ладно, предположим. Ну, понятно, автоматчику хана. Слушайте, ну один раз, пока мы с вами проиграли. Да и то как-то нелепо. Оу. Все, снайперу здесь хана, ребят. О, еще и аптечки получили с вами. Так, ну что, блин, ребята, если бы у нас с вами получилось бы так, чтобы мы вот тот, где мы проиграли, выиграли бы, у нас была бы чистая победа вообще полностью. Ну что же, хорошо, сейчас мы сделаем с вами вот так вот. Пробный, так сказать, забег. Я еще раз посмотрю, что у нас здесь не так пошло. Понял. У нас не добежал механик, потому что снайпер его сносит. Здесь мы тупо обменялись. Да. Здесь вся проблема в кэпе. Ну что же, я предполагаю, что здесь можно выйти... Так, у него уже огнеметчик здесь, да? Да, огнеметчик. Не получится. Так, секунду. Выбираем. Так, что если нам сделать вот так? И вот так. Попробуем. Поехали. Слушайте, я думаю, что должно прокатить, потому что огнеметчик сразу переключится на моего огнеметчика. Хотя механик-то побежит. Ай, не получилось опять. Хотя нет, все, вот теперь все отлично, ребята. Сейчас мы зажарим их двоих прямо здесь же. Да, надо было вот так вот. Ну, кто же знал, ребят. В общем, как видите, мы с вами на первом месте. Теперь только остается подождать, сколько там, один денек.
продержаться нам. Ну и... А, ну, два денька, потому что тут один день, 22 часа. То есть, грубо говоря, двое суток. Ну и получим с вами сундучок. Давайте, кстати, посмотрим, что нам из него выпадет. Так. Порох, шоколадка, хлеб, радио и таблетки. Денег у меня 633. Что мы с вами продать можем? Чего у меня очень много. Ой, вот это вот мне не нужно, ребята. Так, 23 щетки. Офигеть. Очень много, ребята, этого барахла у меня. Вот так вот я сделаю. И хотел я кого-то улучшить. Я вот не помню, ребята, кого. Но я знаю, что, по-моему, следующее у меня улучшение идет где-то 1700, по-моему, если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим повнимательнее. Например, Кэпа, да, если мы с вами будем улучшать. Предположим. Так, Кэпа или не Кэпа я хотел улучшить, а? Смотрите, здесь еще есть что улучшать, ребята. Здесь вот это все будет убираться, убираться, убираться. Оу, здесь очень много. Очень много надо будет улучшения ему делать. Так, Сонька, у тебя-то как вообще дела обстоят? Дай-ка я гляну на тебя, роднуля ты моя. Так, ну у Соньки... Ну, есть. Ну, Сонька еще терпима, ребят. Конечно, хотелось бы некоторые параметры до трешечки все прокачать. Вот как вот здесь вот. В последние эти все на 3. Так оно, в принципе, и должно быть. Вот здесь, представляете, да? Здоровье 2 единицы. И удача 2 единицы. Также вот здесь здоровье. То есть, где-то с десяток хп мы теряем. И удачу тоже мы теряем. Но все-таки у меня какой-то... А, может быть, я хотел... Огнеметчика, вот не помню, кого-то я хотел, ребята, прорапать все. Я специально копил, копил, копил. Потом на улучшение поставил и опупел. Сколько нужно было там этого, денег. Ну, явно не Вилли. Хотя Вилли тоже можно было бы, ребят, прорапать. Ну, вы посмотрите, 1733. Это только 12 уровень. А если посмотреть по совокупности... Вот это, например, нафиг не нужно, согласитесь. Но у Вилли тоже очень много что надо улучшать. То есть вообще практически все, за исключением вот, наверное, вот этих вот трех уровней. А остальное все нужно менять. Хотя Вилли в данный момент я не особо им играю. Так что как бы он еще терпит. Его можно в дальний угол положить и ждать. Так, а что у меня у механика, если мы с вами посмотрим? Так, ну, механик, ну, по атаке он практически нормуль. По здоровью. Ну, в принципе, у него здесь в чем суть? В атаке. Он сам по себе все равно ватный, его очень быстро убивает, поэтому нет смысла прокачивать ему там хп или удачу. Нет, ну, удачу, в принципе, можно было, но согласитесь, он и без удачи. Если он звезданет, то любой, кто попадет под удар, расклеивается сразу же. Поэтому как бы на нем акцент делать тоже не стоит. Ну, в принципе, и все. Ну, вот снайпершу есть только. Хотя снайперша, ну что, ребята, такой специфический персонаж у нас, если честно. Видите, по атаке... Оу. Вот начиная вот эти вот 4 уровня, надо полностью заменять. Ну, снайпер тоже такой герой, который стоит сзади в ближнем бою, вообще себя ничего не представляет, если к нему кто-то подойдет. Ну, а издалека он тоже очень-очень редко бомбит именно в цель. Бывает, очень часто промахивается. Поэтому, как бы, не знаю. Что у нас у Аустина? Давай-ка посмотрим. Так, это надо все убрать будет. Ну, Аустин... Да, очень тоже слабенько, но, в принципе, он предназначен мне только для одного, ребята. Для того, чтобы он фармил деньги, поэтому слишком шикарно его раскачивать тоже нет смысла, потому что он всегда стоит под прикрытием Сони. А Сонька, как вы видели, у меня прокачана довольно хорошо. Так, ну что, может быть, еще разочек попробовать? Давайте еще разочек мы с вами сюда сходим. А, сейчас, секунду, я хотел взять бочки.
Да, без бочек тут сложновато, конечно. И куда же, вместо кого нам взять? Я, кстати, знаю вместо кого, ребята. Место, по-моему, Кэпа. Это будет самое оптимальное. Потому что Кэп здесь, ну, нужен, но как бы можно и без этого обойтись. Так, вот эти... Ага, вместо механика, например, можно взять, ребята, этого Командоса. Гварда. Ну, я, в общем-то, Командосом привык назвать. Вот, да, он, конечно, стоит недешево, но довольно сильный. Давайте такой вот командой попробуем поиграть. Поехали. Попыток, конечно, много, но они такие долгие, длинные, ребята. Поэтому просто сейчас с вами еще разочек сыграем. И все на этом. Я жду, когда там будет Хэллоуин. Мне нужен новый, ребята, персонаж, который будет там разыгрываться. Берсеркер, по-моему, если не ошибаюсь я. Так, ну что, поехали. Так, ну, поначалу-то, конечно, все легко и просто. Тут к бабушке не ходи. Так. Бочки эти нам пригодятся для чего, ребята? Когда будет набег зомбарей, они, естественно, будут в них врезаться и, соответственно, погибать пачками. Особенно против камикадзе они очень хорошо рулят. Ну и против этих девиц, кстати, тоже неплохо. Так, давай-ка. Вот эта вот штука хороша, ребята. Так, погоди. Так вот. На, шокер вышел. Шокер вышел, это плохо, ребята. Так, давай-ка мы... Ёлки-палки, своего уже, по-моему, там хлопнул. Да-да-да-да-да, конечно. Нет-нет, никаких шансов у них на проход здесь нету. Пока. Так, давайте-ка еще вот одну сюда поставим с вами. Турелечку, пускай бомбит. Так, бочку подбили, да? Так, вот сюда поставим. Так-так-так, тихо-тихо. А-а-а, гадина. Подбила бочку как раз, когда у меня там чувачок стоял, блин. Давай вот так вот сделаем. Слушайте, ну этот уровень довольно неплох для того, чтобы фармить деньги, ребят. Смотрите, за каждый проход чувачка у нас, получается, сейфик зарабатывается. То есть, соответственно, чем больше у нас чувачков туда пройдет, тем больше мы с вами голды поднимем. Вот, видите? Это есть хорошо, ребята. Так, давай-ка вот так вот сделаем. Во-во-во-во-во-во, бомбит, бомбит уже, гад. Иди отсюда. Что встали, что вы встали, тупите. Давайте, идите, бегите. Так, вот сюда поставим бочку. Бочки лучше ставить, ребята, на расстоянии таком приличном, потому что когда одна взрывается, наносит урон второй. Соответственно, у нее прочность уменьшается. Так, тихо, 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 не надо буянить. Так, вот, ребята, и волна. Вот, ребята, и волна сейчас будет, так что надо к ней подготовиться. Да что ж такое-то? Куда они разогнались-то, ё-моё? Как они пробились-то здесь, не пойму я. Так, ладно, здесь вроде бы отстояли. Честь! Оу! Морозильники пошли. Это тоже плохо. Что там, бомбит бочку? Ладно, пускай бомбит. Так. Так, я вот так вот сделаю. Камикадзе там эти чертовы не подойдут. Сейчас волна будет, ребята. Волна будет жестокая. Почему я перед самой волной трачу своего пулеметчика? Я никак не могу понять этого. Что за мания такая?
Так, хорошо, вот, ребята, с этого момента начинается жесть. Потому что периодически будут бежать волны. И как-то нужно здесь все это обороняться, я не знаю. И, по-моему, деньги после этого перестают... А, нет, идут, идут. Так, 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 тихо. Ай, печалька. Как вы у меня быстро проходите-то, а? Давай вот так вот сделаем. Нам очень нужно много здесь этой храбрости. Поэтому вот эти вот аппараты должны стоять здесь чуть не на каждом миллиметре. Ну и также камикадзе здесь бегут, поэтому... Воу-воу-воу-воу-воу, тихо. Они просто все сносят на своем пути. Стоим, 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 ждем. Держим оборону, ё-моё. Сейчас будут взрывы. Ага, хорошо, здесь у нас получилось. Турелька. Вот сюда надо турель ставить, ребята, обязательно. Хрен вам, хрен вы пробежите. Зачем, блин? Тут у нас нет, ребята, прикрытия, к сожалению. Блин, сейчас будет разнос. Они будут потихоньку стеснять, стеснять меня здесь. И в результате мы останемся без прикрытия. Ладно, попробуем как-нибудь все равно продержаться. Хоть как-нибудь. Так, давайте вот сюда еще бочку поставим. Так, Сонька на выход. Так, надо турель. Куда турель ставить? Я думаю, куда-то вот сюда надо. Хотя близко слишком тоже нет резона, ребята. Потому что когда появляются камикадзе, наша турель не успевает среагировать. Что такое? Шумовой предел у нас, что ли, превышен? Да, получается так. Так, 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 тихо, тихо. Давай так попробуем. Уже 426 убийств сделано нашими солдатиками. Ну, давайте до пятихатки дойдем. Постараемся дойти, ребят. Хоть это и очень тяжело. Но мало ли. Мало ли прокатит. Так, турельку вот сюда, наверное, ребята, я поставлю. Так, 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 давай, давай, стреляйте, турельки. Хорошо, пока хорошо, ребята, идет все. Я знаю, что у многих ребят там свои рекорды, там, какого-то 1500, 2000, наверное. Ну, у меня пока вот такой вот рекорд. Так, забираем всю эту храбрость. Слушайте, как-то в разнобой, причем у нас все здесь покоцано изрядно. О-о-о-о-о-о. Вот вызвал, да, спрашивается вот этого пулеметчика. Зачем он здесь нужен был? Перестраховываешься и получается все время зазря. Так, дай-ка я вот так вот сделаю. Ой. Почему, ребята, перед своей турелью лучше ставить бочку? Потому что вот эти вот камикадзе, которые бегут, они в первую очередь врезаются в бочку. Ну, соответственно... Просто куча трупов там получается. А так, естественно, они эту турель снесут. То есть один камикадзе просто сносит турель. А так он в бочку врезается, бочка загорается, и вся ихняя шарага погибает просто залпом. Слушайте, у нас, кажется, скоро будет шумовой предел. Охренеть какой. И побежит армада зомбарей. Вот что я вам скажу. Совсем чуть-чуть осталось. Но у меня нет выбора, ребят. Если я не буду ставить бочки, меня здесь разберут. Тут, как говорится, выбор либо-либо. Все, блин, сейчас пойдет волна.
И эта волна будет жесткая. Вон. О, вот она побежала, ребята, волнуха. Все, пропала, да? Пережили мы якобы звуковой этот барьер. Да успокойся ты. Соня, давай уходи. Вот-вот о чем я вам говорил, ребята. Жесткость начинается. Они будут все чаще и чаще выбегать. Соответственно, у меня не будет хватать ресурсов, чтобы отстроиться. Ну и тем самым они меня потихоньку, ребята, разнесут здесь. Так, ну что, мы уже 631 трупачок подбили. Так, хорошо пока. Турельки, турельки. Давайте вот так вот сделаем с вами. Так, тихо, 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 тихо. Не вовремя, не вовремя совсем. Оу. Очень печально получается. Так, давай вот сюда поставим. Вот, вот это вот надо было мне, ребята, обязательно. Вот, видели, как хорошо. Камикадзе, когда бегут, в бочку врезаются и, естественно, все подыхают. Так, давайте я еще сделаю один откатик, потому что без турели мне сейчас здесь будет очень и очень тяжело. Так, одна турель сломалась. Да что ж такое? Почему мне не хватает, ребята, энергии на то, чтобы... Давай, подохни, как говорится. Так, давай-ка вот сюда я, наверное, поставлю, ребята. И вот сюда прикрою вот так вот. Ай! Смотри-ка, они что делают. Турельку мою бедненькую забомбили, а? Гаденыши. Так, что? Давай еще делаем откатик, ребята. Вот так вот, вот это уже хорошо, ребята. Уже какой-то шанс есть, что мы еще немножко с вами поживем. Потому что турельки у нас стоят, мы прикрыты бочками с вами. Я вызываю, естественно, Соньку. Хотя ихняя вот эта вот волна, она, конечно, сносит все на своем пути, ребята. Бежит бесщадно. Давай вот так вот с вами сделаем. Во-во-во-во. Отлично, пока хорошо, ребят. В Соньку, конечно, не врезались, но турельки-то мои все равно еще пока стоят. Вот сюда надо ставить, ребят, турель. Хотелось бы, ребята, до 1000 дойти. До 1000 убийств, это было бы неплохо. Ну, еще то, что вот деньги фармим все-таки, как ни крути. Это уже плюс. Так. Это у меня армада, ребята, идет. Так, давай вот сюда поставим. И вот сюда, пожалуй. Так, ага, очнулись. Так, я что, не могу? Нет, могу. Все, ребят, все ставится. Все пока хорошо, все отлично. Еще если мы вот так вот с вами сделаем, тут вообще будет жесть. Опять шумовой барьер пошел, да? Угу. То есть они у меня сейчас и скоростные, и мощные такие ребята становятся. Что там уже вряд ли кто-то против них попрет. Да-да-да-да-да, конечно, конечно, ага. Разогнались. Просто в хлам всех разносим. Так, ну давай еще откатик сделаем, хорошо. Интересно, мы сможем побить рекорд наш или нет? Воу-воу-воу-воу, а как это вот так? Как это вот так пробежали, я что-то не понял. Упустил где-то этот момент, ребята. Расслабился, видно, уже почувствовал себя победителем. Но радоваться рано еще пока.
906 убийств уже. Я должен 1000, ребята, набить. 1000. На меньшее я не согласен. Так, давай, Сонька, выходи. Так, сделаем еще откатик один. Так, дайте-ка вот сюда, наверное, турличку мы с вами поставим. Ага. Хорошо идет. Тихо, тихо, тихо. Не надо, не надо буянить здесь. Некоторые как-то вот умудряются все-таки просочиться. Я не знаю, как у них это получается. Ну, факт есть факт. Так, воу-воу-воу. Тихо. Вот бочки еще, ребята. Так, подожди-ка секунду. Надо вот сюда ставить, ребят, наверное, турель. Даже вот сюда. Так, что-то тут как-то не так, ребят, пошло все. Немножечко начинает бомбить нас. Так, дай-ка я, наверное, вот сюда поставлю. И вот сюда надо. Оу, подожди, почему-то не поставилось, ребята. Так, давайте выходите. А в чем проблема-то? Не могу понять. Турель. Давай, иди сюда, вставай. Ну что, ребята, 1000 мы с вами рекорд побили. Давайте смотреть дальше, до скольки мы с вами сможем добраться. Сюда поставим с вами бочку эту. Нет, ну мне кажется, пока вот у меня есть вот эти вот откаты, бонусы, мы здесь можем бомбить с вами до бесконечности. Как только они заканчиваются, тогда да, все, ребята, тут будет финиш. Так, ну что, сейчас уже будет 1100 убийств зомбарей. Так, наверное, турель вот сюда, наверное, надо ее поставить. Хотя я не уверен. Так, тихо, 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 тихо. Куда это вы загнались-то? Зомбарики. Знайте свое место, стойте там и не дергайтесь. Не трепыхайтесь, да? Побежал он уже. Так, забираем, это все забираем. Воу! Вы видели сейчас, какая волна, ну, как бы такая цепная пошла реакция? Это камикадзе, ребята, да, это все из-за них. Вот они когда бегут, по-моему, даже иногда кажется, что их там... Вон, видели? Потихоньку начинает вот стеснять. Находят где-то местечко, где они могут пробежать, и все. Турели мои, как говорится, по ним не попадают, и они вот бегут, сломя голову. Так... Давайте вот так вот поставим, посмотрим. Вот надо куда-то ее вот то ли посередине ставить, или я не знаю куда. Вот сейчас было хорошо сработано, они все взорвались. Даже не успели подбежать. Так, вот сюда вот может быть еще бочку. Самое плохое, ребят, когда вот все вот так вот скопом лежит, кучей. Начинает все вот это вот гореть, и, соответственно, бочки мои начинают взрываться одна за другой. Соответственно, тут у нас и стоят сразу же турели. Турели тоже начинают ломаться, и все идет крахом. Вся наша, как говорится, оборона. Так, тихо, тихо, тихо. Что за фигня-то? Я не понимаю, они что, крепче, что ли, стали? Или мне кажется так? Что это за дела такие? Что-то денег нам уже не дают почему-то, ребята, да? Давай вот так вот сюда поставим. Марин, выходи. Так, турели, ребята, что-то у меня одна за другой уже упали. Дай-ка я, наверное, вот так вот по откатику, ребята, и поставлю сюда хотя бы парочку. Парочку. Так, так, так. Вот сюда нужна мне.
А что проблема? Где деньги, ребят? Неужели мы предел, как говорится, максимальный по фарму голды сделали? Нет, вон, идут, идут деньги. Ну, что-то не так часто, как изначально это было. Ну что, ребята, уже, считай, сейчас будет 1300 смертей зомбарских. А мы с вами продолжаем. Что-то очень много начинает появляться бегуньи, вот эти вот крикунов. Это тоже не есть хорошо. Так, давай сюда поставим бочку. Так, турель, куда бы ее влепить-то? Ну, давай вот сюда поставим. Так вот. Воу-воу-воу, тихонько, тихонько, не надо буянить, пожалуйста. Успокойтесь. Прошили. Слушай, вот от Сони я тут вообще, честно говоря, не вижу никакого толка. Можно было бы даже ее и не брать в этот состав. Хотя, хрен его знает, ребят, как-то неоднозначно. Вроде бы и помогает, и в то же время можно было бы и без нее, мне кажется, справиться здесь. Она больше проходит. Стоит она, конечно, не так и дорого. Но если сравнить с этим, с гвардом, да, гвард стоит 30, а Сонька у меня стоит 25. Но гвард один может завалить там, я не знаю, хренову тучу этих зомбарей. Но, в принципе, и Сонька тоже. Она же все-таки стрелок и прошивает довольно неплохо. Так, ну что, у нас почти 1400, не почти, а уже 1400, ребята, зомбарских трупаков на счету. Идем дальше. Так, ну что вы тут скопились, ё-моё. Жалко, у меня нету такого юнита, чтобы он был крепкий и медленный, чтобы он не так быстро туда убегал, ребят, да? Чтобы он за одну заходку мог бы, например, 3 или 4 волны пережить. Вот это было бы нормуль. Так, тихо, вот сюда поставим. Давай вот сюда турель влепим. У нас турелями, ребята, здесь практически каждый миллиметр простреливается. Единственный нюанс и недостаток их, это когда они перегреваются, вот это нужно им... Воу! Вот это сейчас было жестко. Согласитесь. Прошили. Но, тем не менее, мы стоим пока еще. Стоим и ждем. О, как замечательно было сейчас. Соня как раз в этот момент перезаряжалась, она никуда не пошла и встретила во всеоружии врага. Это очень хорошо. Так, 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 так. Тихо ты. Так, шумовуха моргает, ребята. Давай вот так сделаем и вот сюда поставим. Сейчас все турели начнут у нас потихоньку падать. Оу, нифига, ребята, тут зачистку-то сделали они. Так, надо выставлять все как можно быстрее, ребята, расставляться. Я еще вот тут вот так сделаю. Тихо ты. Ах ты уродливая скотина. Он хотел сказать скотина. Давай так сделаем. И турель, пожалуй, вот сюда поставим с вами. Так, бочка, бочка вот сюда пойдет. Интересно, тут вообще рекорд можно побить или нет? Так, давай мы вот так сделаем. Да куда же вы, куда? О-о-о, не надо, не надо, не надо, родные, пробивать, пожалуйста. Я просто только сейчас так отстроился, а вы... Все полыхает, я даже не знаю, ребят, что делать. Все в огне, просто чистилище какое-то. Так. Что-то здесь нужно, ребята, сделать. Я боюсь, что если волна сейчас побежит, камикадзе, они просто снесут все на своем пути, ребята. Особенно вот так, когда бегут именно и камикадзе, и вот эти вот крикуньи. Это хуже не придумаешь, ребят. Там такая массовая атака идет против нее, никак не устоять. Так, 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 отлично. Давай все выходим, выходим. Так, мне нужно как можно больше энергии, ребят, зарабатывать, чтобы я мог без остановки просто фармить своих юнитов.
Для этого нужно очень много вот этих вот добытчиков ставить. А то, что здесь много бочек стоит, это ничего страшного, ребята. Здесь, скажем так, пускай хоть все в аду будет, все в огне, нам пофиг. Нам главное, чтобы вот здесь все было у нас спокойно. Вот до середины поля боя, чтобы была тишина. А там хоть огнем гори все. Вот так вот. Так, 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 тихо, 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 тихо. Почему я немножко, ребята, сюда турели стал смещать? Потому что они стреляют, и в этот момент, когда, например, они обстреливают обычных зомбарей, обычных вот этих, которые там бегут, кричат, и камикадзе, они не успевают сделать свой вот этот вот набег, там на месте и взрываются, короче. Поэтому лучше как бы сюда ставить турельки. Но, опять же, вам скажу, если найдется брешь, и они пробьют, об этом можно очень сильно пожалеть потом. Поэтому как бы надо и там ставить. Давай сделаем еще откатик. Так, давай турель вот сюда влепим. Вот эти вот нужны нам обязательно. Так, ну что, пока очень даже неплохо идем. Жалко, что здесь нет концовки. Так вот бесконечная, ребята, война. Пока, как говорится, либо у тебя не кончатся бонусы, либо пока у тебя не хватит терпения. Ну или пока они как-нибудь действительно тебя не пробьют. Так, давай я еще сюда поставлю турель. Сюда вот так вот сделаем. Ну я не знаю, ребят, давайте мы с вами до 2000 дойдем и будем, иначе это будет у нас вечно здесь так длиться. Ну, в любом случае, вы поняли, да? Задумку, затею, как оно все должно работать. Естественно, вот без этих штук проблематично было бы так продержаться бы, без откатов. Ну, я думаю, что можно было бы, если бы здесь... Хотя нет, вряд ли. Долго бы здесь мы без откатов бы не простояли бы. Так, ну что, 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 что вы там... Стоите, ждете, тупите. Да-да-да-да-да, конечно. Так, ну энергии у нас просто куча, ребят. Слушайте, и денег мы с вами довольно неплохо пофармили. У нас, считай, 2800 голды. Я считаю, что это хороший результат. Ну, мы, конечно, начали не с нуля с вами их зарабатывать, но тем не менее. Так... А если сюда еще бы Аустина взять бы. Ну, он, правда, единственное, что он, мы бы набили бы с вами здесь 120 монет, 122. И все, он бы прекратил бы, ребята, фармить. Но в плюсе бы было бы 120 монет. Так. Так, вот так сделаем. Турели обязательно, ребята, надо прикрывать. Либо бочками, либо вот этими вот добытчиками. Обязательно, просто без этого никак. Ну, если вы, конечно, не хотите потерять турель. Если вам пофиг, то вы ее можете не прикрывать. Так, ну что, там немножко, ребята, осталось у нас до 2000. Ого, ого, волна-то какая побежала. Воу. Ты смотри, что они там творят. Офигеть. Что за дела-то, не могу понять. То ли их больше стало, то ли мне кажется. То ли я расслабился просто. Ну, я, в принципе, расслабился, да, ребят. Я уже, как бы, к завершению веду. Не особо тут вникаю уже. Так, как это? Как это прорвалась она? Нет, давайте уж нормуль с вами отстоим. Без всяких тут приключений. Ё-моё, энергии просто тьма тьмущая у нас. А по юнитам откат. Но если мы вот так вот, ребята, сделаем с вами, хоп, то мы можем еще тут стоять хрен знает сколько времени, не напрягаясь. Еще, наверное, 1000. То есть до 3000 в легкую мы можем здесь простоять. Только лишь на одном откате, ребята.
А вы представляете, если у тебя этих откатов 50, ты можешь тут столько нафармить. И денег, и опыта, и всего. Так что, ребята, мотайте на ус. Ну что, в принципе, ребят, мы уже с вами 2000 получили, как я и хотел. Давайте завершать. Ну, я, знаете как, не то, что я буду просто так тупо сдаваться. Я просто не буду сейчас применять, и мы посмотрим, как они меня продавят. А они меня продавят рано или поздно без отката, это 100%. Сейчас мы посмотрим, как это будет выглядеть примерно. Так... В принципе, я думаю, что здесь недолго ждать. Где-то на 2200 меня тут прожарят по полной программе. До хрустящей корочки, можно так сказать. Так, мне бы голды бы 3000 накопить и нормуль. Так, давай. Беги. Слышу там где-то камикадзики эти кряхтят. Электростатики. Ну давай. Давай, Марина, беги. Ну вот эти вот охламонки, конечно, очень быстро уничтожают бочки, как я посмотрю. Так, давай-ка вот сюда поставим ее. Турелечку влепим. Так, эти сейчас минус. Две станции. Во, 3000 голды мы с вами уже набрали. Блин, а когда же у нас Хэллоуин-то будет, а? Вот что мне интересно знать. Я хочу Берса, я его в тот раз не получил. Там нужно было ивент сделать. Он состоял, по-моему, из 5 ступеней или из 3, я уже не помню точно. Вот, и я его не успел взять. Там чувак такой с ирокезом. По-моему, это он, Берс. Потому что с бензопилой у меня есть чувачок, а там именно... А, да, там с ирокезом и с двумя топориками, по-моему, если не ошибаюсь. Так, да успокойтесь вы, ё-моё. И хотелось бы, конечно, чтобы они, ребята, уже продолжили. Ну, пускай даже она будет называться там «Вперед на зомби-войну 2». У них же первая часть, это же вообще про мотоциклы. Там на мотоциклах уезжаешь от зомбарей, отстреливаешься. А это как бы продолжение, вторая часть. Могли бы и третью замутить, а почему бы и нет? Только единственное, не хотелось бы, чтобы там меняли графику. Графика меня вполне устраивает вот такая вот. Так, ну что, ребят, у нас уже... 2000, почти 2300 смертей камикадз. Смертей зомбарей. Я пока не использую никаких откатов, ничего. Я уже, как говорится, не собираюсь это делать. Но мы стоим с вами, выживаем. Я уже даже немножко, честно говоря, притомился. Поэтому, ребята, если что, кто смотрит, лучше проматывайте там сразу, не знаю сколько. Минут, наверное, 20 мы уже с вами здесь, да, бомбим их. И этому никогда не будет предела. И денег почему-то не дают, ребята. Перестали давать бабло. Как-то не странно. То дают, то не дают. А вот теперь дают, только скажешь о них, сразу начинают давать. Молчишь, они не дают. Странно как-то. Ой, не, ребят, действительно, я уже притомился смотреть на это. У меня уже уши болят. Давайте по-быстренькому здесь все это завершим. Все это повзрываем здесь сами уже. Пускай уже бомбят наш автобус. Я уже буду чисто юнитов вызывать. Все здесь потрачу. Потому что мы так можем и до 3000, и до 4000. Это бесконечность.
Ну, давай, давай, иди сюда, иди сюда. Ну, где там эти камикадзе, которые могут разрушать все? Где? Вот я уже поддаюсь, ребята, просто-напросто поддаюсь, и все равно нифига не получается у меня погибнуть. Ну, давай, бегите, бегите, волны. О, тут хорошо. Все, ребят, я никого не буду вызывать. Ну, это... Все, пускай, пускай продавливают. О, пошло. Давайте, идите. О, смотрите, волна. О, вот эти камикадзе сейчас добьют, наверное. Нет, у них не получилось. Во-во-во-во, прибежали. Шериф, прости меня, я этого не хотел. Так пришлось поступить. Фух, да. Рекорд 2480. Ну, понятное дело, еще был не рекорд. Так, ну что, я сейчас еще мельком, ребята, гляну. Не уронили меня там с первого-то места, с пьедестала. Ну, давай, 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 давай. Прогружайся, прогружайся. Так, загляну сейчас, одним глазком гляну, ребят. Ну, да что ж ты будешь делать-то? Нет, ребят, до сих пор еще на первом месте. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом завершаю. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вас не утомил. Ну, а мы с вами увидимся уже в следующих новых видосиках. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых встреч. We'll be right back.